Мужья по знаку зодиака, рядом с которыми расцветает женщина. Сложно найти человека, который не желал бы обрести идеальные и счастливые отношения. Даже социопатам хочется видеть рядом человека, который бы понимал, ценил и любил их всем сердцем. Что уж говорить о простых женщинах. Только для того, чтобы угодить прекрасным дамам, необходимо соответствовать достаточно жестким критериям. А если учесть индивидуальные предпочтения, то миссия и вовсе может оказаться невыполнимой. Однако у некоторых зодиакальных представителей имеется гораздо больше шансов на то, что им удастся завоевать женское сердце, поэтому они вполне могут побороться за звание идеальных мужей. Рыбы. Мужчины этого знака имеют необычный характер, благодаря которому им удается примерно понимать, что чувствуют женщины и в чем они нуждаются. Рыбы умеют оказывать эмоциональную поддержку и проявлять любовь так, чтобы женщина всегда чувствовала себя комфортно. Именно ради возлюбленной женщины представители этого знака готовы пересилить себя и решиться на смелые и жесткие поступки, которые совершенно им не свойственны. Рыбы находят хорошую работу, обретают стабильный доход, становятся более ответственными, собранными, мужественными, перестают так часто истерить. Их женщины просто нарадоваться не могут тому, как им удалось так позитивно повлиять на рыб и превратить их в идеальных мужей. Рак. Из рака получаются отличные психологи, которые легко разбираются в тонкостях женского поведения. Мужчины этого знака являются теми умельцами, которым удается расшифровать женские намеки, благодаря чему у них получается договориться с возлюбленной даже в тех ситуациях, когда остальные мужчины отчаиваются. К тому же раки являются семенинами и очень преданными мужчинами, любящими ухаживать за любимой женщиной, устраивать ей множество сюрпризов. В некоторые моменты раки позволяют возлюбленной командовать ими, заставлять исполнять прихоти, чтобы подобным образом сильнее привязать ее к себе. Мужчины этого знака умеют хитрить и манипулировать. Телец. Тельцы являются теми самыми идеальными семенинами из фильмов, которые хорошо зарабатывают, имеют отличную репутацию в обществе и с женой обращаются как с настоящей королевой. Мужчины этого знака действительно дорожат семьей и очень уважают возлюбленную. Они могут прийти домой после тяжелого рабочего дня и приготовить ужин, убраться или выполнить иную бытовую работу. Тельцы предпочитают честно делить обязанности по дому, не выставляя возлюбленной никаких требований, ведь они понимают, что только так можно выстроить гармоничные отношения. Ведь если мужчины этого знака выбирают женщину, то они рассчитывают навсегда остаться с ней. Козерог. Козероги не идеальны, но они очень близки к этому. Они достаточно воспитаны, внимательны, обходительны, галантны, чтобы покорить женское сердце. Небольшая холодность мужчин этого знака лишь придает им особого очарования, благодаря чему козероги начинают казаться более загадочными и интересными личностями. Они никогда не позволяют себе обидеть женщину, в которую влюблены, несмотря на все разногласия и ссоры. Козероги всегда заботятся о том, чтобы семья ни в чем не нуждалась, порой прилагая для этого двойные усилия. Они готовы стать настоящей опорой для возлюбленной. Единственный недостаток мужчин этого знака в том, что порой они слишком сильно увлекаются работой и уделяют недостаточно времени семье. Однако мудрой женщине под силу это исправить. Друзья, независимо от того, верите вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы многое можете узнать из своего гороскопа, сформировать свою точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.